Всем привет! Все, кто хочет увидеть новый интерфейс видеоплеера на YouTube, я вам расскажу, как можно это сделать. Несколько дней назад я заметил, что на YouTube изменился интерфейс плеера, а потом через несколько часов изменился на прежний. Но мне он очень понравился, и я начал искать, как же можно вернуть этот дизайн. Хотел бы с вами поделиться. Но давайте сначала обратим внимание на прежний, то есть старую, так сказать, шкурку этого плеера. Видите, серые тона и, в принципе, довольно привычный, но YouTube хочет улучшать качество, и он сейчас тестирует. И всем, кто желает, это может себе установить. А как? В ссылочке под видео есть данная информация. Давайте зайдем посмотрим. Вот как сейчас плеер выглядит. Зайдем теперь на YouTube. Внизу опускаемся. Это TestTube. Заходим сюда. И вот, обратите внимание, черный значочек плеера. Новый дизайн плеера. И нажимаем вот эту вкладочку. Попробуем. Все. То есть оно фиксирует, что у вас происходит. Вы делаете запрос на новую шкурку, и вот поменялся дизайн. Смотрите, теперь плеер сугубо прозрачный в видеоролике. Обратите внимание, что нет уже этой темной вкладочки. Кнопочки беленькие, с подсветочкой, так сказать. И гораздо удобней. То есть, если развернуть его на весь экран, то обратите внимание, гораздо удобнее стали. Белым названием шрифт. Здесь уже, если навести на подсказку, написано в этом видео. Стрелочка часы посмотреть позже, ну и поделиться. Если включить субтитры, то показываются субтитры. Если вам понравился, то переходите по ссылочке. Ну а если видео вам оказалось полезным, то ставьте лайк. Всего хорошего, с вами был Сергей. Это канал Сергей и Валя Грачевы. Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть нашим постоянным зрителем.